трагедией закончилась крупная авария, которая произошла на перекрестке проспекта Победы и улицы Глушко. Там столкнулись «Лада Калина» и мотоцикл «Ямаха». Удар оказался настолько мощным, что байкер и его пассажирка скончались на месте. Сразу после столкновения из-под капота «Лады Калины» повалил густой дым, пока одни очевидцы сбивали пламя с помощью огнетушителей, и другие пытались оказать помощь раненым. Мотоцикл кувыркнулся, там удар, жена сразу вскрикнула. Вот, мы здесь остановились. Вот, люди сразу собрались, кто что вытащил, там огнетушители, у кого там аптечки и так далее. Девушка, пассажирка мотоцикла, скончалась мгновенно, а вот сам байкер поначалу еще подавал признаки жизни. Медики скорой подъехали через считанные минуты, но к этому времени парень был уже мертв. Я водителя видел, он весь израненный был. Хотя байкер находился в полной экипировке, а на его подруге был шлем, но судя по вмятинам на кузове легковушки, а также повреждениям мотоцикла, шанса выжить у людей не было никаких. Вы его не видели, что ли, даже? Я вообще не видел. Просто звук был такой вот сильный, и все. Я сначала думал, машина меня взад. Потом вышел, увидел. Владелец «Лады Калины» получил травму головы, но уезжать в больницу не захотел. Парень находился в шоковом состоянии. По проспекту Победы он двигался со скоростью не больше 60 км в час. И поначалу даже не понял, что произошло. При повороте на улицу Глушко ощутил мощный удар в правую сторону машины. Со стороны проспекта ехал, поворачивал направо, и удар был. Поворачивались с какой полосы? Не по автобусу, получается. Не по автобусу? Очевидцы в один голос утверждают, что скорость у мотоцикла была просто огромной. Именно поэтому водитель «Лады Калины» и не заметил байкера. Тем не менее, это нисколько не снимает ответственности с автомобилиста. Ведь, согласно правилам, молодой человек при перестроении и повороте должен был убедиться, что не мешает транспорту, который едет по соседней полосе. Сейчас степень вины каждого из водителей предстоит решить суду. Стоит отметить, что за аварию с двумя погибшими водителю «Калины» грозит уголовная ответственность. Еще одна авария с участием мотоциклиста произошла в центре города, на улице Пушкина. Он столкнулся с «Ладой Ларгус». К счастью, байкер остался жив, но его с различными травмами увезли в больницу. На перекрестке светофор работал в обычном режиме, поэтому, согласно правилам, знаки приоритета не действуют. Главный вопрос, кто из участников пытался проскочить на красный. Водитель легковушки, который остался на месте дожидаться инспекторов ГАИ, утверждает, что правил не нарушал. Для вас какой свет горел? Зеленый моргал я. Вот, пойти хотел. А отсюда мотоциклист. Вот, то есть, получается, мотоциклист на красный пытался проскочить? Я не знаю, я не видел этого. При подъезде к перекрестку владелец «Лады» еще сильнее нажал на педаль газа, чтобы успеть проскочить, но в этот момент справа появился чоппер. Автомобилист круто повернул руль на встречную полосу, но все же на всем ходу протаранил байкера. Скорость большая была? Я не помню, у меня как я увидел, как быстро зашел так, и все. Я даже сначала не видел, впереди смотрю, мотоцикл идет так, и все. Оставив на асфальте длинный тормозной след, легковушка смогла остановиться лишь после перекрестка, а мотоцикл на боку вообще проехал несколько десятков метров. С различными переломами байкера увезли в больницу. Шлем уберег пострадавшего от более тяжелых травм. Установить виновника аварии наверняка поможет запись видеокамер, которая установлена на перекрестке. Сегодня Верховный суд Республики начал рассматривать дело юдинской группировки «Казаевские». Свою историю банда вела с 80-х годов и закончила существование только в 2013-м. На скамье подсудимых оказались 6 человек. Подсудимым вменяются 5 убийств, покушение на убийство, грабежи, вымогательства и незаконный оборот оружия. Среди представителей так называемого казанского феномена УПГ «Казаевские» просуществовало дольше всех. Только в 2013 году сотрудникам полиции удалось ликвидировать банду. За все эти годы существования самое жестокое преступление стало убийство беременной женщины в 2000 году. Один из активных участников группировки выгуливал собаку в лесопосадке недалеко от поселка Юдина. Семья потерпевшего шла со своей овчаркой навстречу. Причем молодая женщина была с явными признаками беременности. Несмотря на это, когда собаки подрались, обвиняемый вместо того, чтобы оттащить животное, достал пистолет ТТ и открыл стрельбу по семейной паре. У женщины не было шансов. Обвиняемый сделал ей контрольный выстрел в голову. Свою историю ОПГ ведет с конца 80-х годов. Название банды происходит от фамилии ее основателя Николая Казаева. Основным доходом группировки стали крышевание бизнеса и вымогательство. В погоне за прибылью участники ОПГ не щадили никого. В 1997 году в своем общаке бандиты недосчитали 70 тысяч рублей. По подозрению в грабеже они схватили одного из своих.
угрожая пистолетом и натравленную на него собаку бойцовской породы, заставили залезть в багажник автомобиля. В дальнейшем один из похитителей прострелил потерпевшему ногу из пистолета, после чего мужчину заставили засунуть голову в петлю, а затем задушили. В дальнейшем на гидроцикле его отбуксировали на фарватер реки Волга и утопили. Спустя несколько лет ОПГ раскололось. Лидером новоиспеченной банды Бикбулатовский стал бывший участник Казаевских Дмитрий Бикбулатов. С того момента между группировками началась настоящая война. Участникам группы Бикбулатова совершено покушение на убийство на члена группы Казаева путем подрыва их автомашины ВАЗ-2108. Подрыв провели 16 января 1999 года в поселке Юдин, недалеко от кафе «Бистро». Итогом войны стало убийство одного из участников Казаевских, Игоря Сапарина. Следователи установили, что заказчиком являлся Александр Бикбулатов. Был обнаружен труп жителя поселка Юдина, собственно, автомашины. Значит, по данному факту создана следственно-оперативная группа, отрабатывается версия и проводится следственное мероприятие. Я закричала и побежала по лестнице, а я бегала по двору и кричала. Кричала, я же видела. Я же видела, как его убивали. Следователям удалось допросить около 100 свидетелей. Уголовные дела составили десятки томов. В результате полицейские задержали почти всех казаевских. Основатель ОПГ Николай Казаев до сих пор находится в федеральном розыске. После небольшого перерыва мы продолжим. Оставайтесь с нами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели годовалого ребенка в Спасском районе. В поселке совхозе Ким произошла трагедия в многодетной семье. По предварительным данным, мать 8 детей днем отправилась в магазин. В доме остались ее старший 17-летний сын с маленькими братьями и сестрами. Годовалая девочка упала в 40-литровый чан с водой и захлебнулась. В какой-то момент дети вышли на улицу и заметили, что с ними нет самой младшей сестры. Когда стали ее искать, то обнаружили на кухне в ведре объемом 40 литров. Увидев, что сестренка не подает признаков жизни, они вызвали сотрудников скорой помощи, также позвали соседа, но все действия оказались напрасны. Девочка уже была мертва. Разыскивается без вести пропавшая Нурия Ахметсафина, 1979 года рождения, жительница Лаишевского района, которая 11 июля 2016 года ушла из дома, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Рост 167 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные с проседью, глаза карие, на виске ожог от родинки. Была одета джинсы, блузка, куртка, на ногах балетки джинсового цвета. Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении женщины, обращаться по номерам телефонов, указанным на экране.